Добрый вечер. Приветствую всех своих подписчиков. И наконец я собралась, нашла время сделать расклад на более длительный срок, чем я выкладываю ВКонтакте, Инстаграме и в Одноклассниках. Это расклад до конца августа, то есть 15 августа и до конца месяца. Выбираем один из трех камешков. Сердечко, янтарь и зелененький. Выбрали. Теперь смотрим, что ожидает тех, кто выбрал камешек в виде сердечка. Сейчас мы посмотрим то, о чем вы думаете, что хотелось бы вам получить до конца августа месяца, то есть до 1 сентября. На что вы рассчитываете, что принесет вам этот месяц? Буду смотреть в прямых позициях все карты. Ну, вы ожидаете, что август, вторая половина августа, принесет вам приятные эмоции, приятные впечатления, какие-то приятные сюрпризы. И это будет очень спонтанно, незадуманно. То есть вы хотите, чтобы вас порадовало окружение ваше, ваши близкие. Может быть, на работе вас порадовали либо отпуском, либо деньгами. А теперь выну по одной карте, что вас ожидает на самом деле, то есть что вторая половина августа вам приготовила реально. Это будет у нас в общем направление, какое будет вас ожидать в августе месяце. Эта колода нам покажет, что будет вас ожидать в любовной сфере. И что вас ожидает до конца августа в финансах, в работе или в развитии вашего бизнеса. Ну, либо дело, которым вы занимаетесь. Итак, что у нас получается? Значит, вы хотели бы получить от второй половины августа приятные впечатления, приятные эмоции. Может быть, очень много встреч, которые подарят эти приятные эмоции. Что же вас ожидает на самом деле? А на самом деле вас ожидает переживание, мысли о том, что не складывается так, как вы хотели бы. Какие-то страхи, много страхов, которые будут вас останавливать, не давать дальше двигаться. То есть вы как бы ограничите себя вот этими страхами. И очень много энергии отдадите на неприятные мысли, неприятные как раз впечатления. То есть получается, в принципе, будет, к сожалению, наоборот. Но опять же, это только предупреждение. Если вы будете к этому готовы, то есть если вы будете относиться к событиям, которые будут происходить в вашей жизни до конца августа, спокойно и принимать, ну да, случилось, то все на самом деле изменится. Мне очень не хочется вас программировать, но просто контролируйте свои мысли, старайтесь избавиться от негативных эмоций, от негативных мыслей. Тем более в любви вас будет вести как путеводная звезда. То есть, если у вас еще отношений нет, извините, то, скорее всего, на горизонте появится мужчина, и это будет случайная встреча, которая будет так, ах, и вот оно. Вот это вот, кажется, это мое, наконец, да? Для кого уже есть отношения, кто замужем или женат, то эта карта говорит о том, что
вы увидите своего партнера как бы с другой стороны. И, скорее всего, с хорошей, потому что небо голубое, звезд много, звезды сияют. То есть это будет наоборот, вы откроете, что если жена ворчала, то вы поймете, что ну, ворчала, да, но что-то у нее не ладилось. А на самом деле она очень добрая, она очень ласковая. Вот, если это касается мужчины, то вы опять же увидите, что если он был озабочен какими-то делами, какими-то своими проблемами, на самом деле он вас любит. И опять же очень ласков и нежен. То есть вы увидите его с другой стороны, что вас очень порадует. В плане денег, в плане бизнеса. Эта карта говорит о том, что если вы со своими партнерами, либо с семьей, вы будете двигаться сплоченно к решению всех ваших вопросов, то, соответственно, все решится легко и просто. И деньги придут, и либо бизнес будет развиваться, либо какой-то ваш план будет складываться, как вы хотите. То есть в плане финансов, бизнеса, дел каких-то, все будет хорошо. Так что мы можем посмотреть? Что на самом деле то, что вы хотите, вы реально можете получить. Единственное, стараться отгонять от себя негативные мысли, негативные эмоции, избавляться от каких-то страхов, понимать, что это всего лишь в вашей голове. И есть один момент в психологии, куда наши мысли направлены, то происходит. Если вы направите свои мысли на любовь, на получение, легко получение денег, на положительные эмоции, то до конца августа вы это как раз и получите. Вот такой вот небольшой расклад для тех, кто выбрал сердечко. Теперь расклад для тех, кто выбрал камешек-янтарь. Посмотрим, что же вы хотите получить от жизни до конца августа месяца. О чем мечтаете? Какие у вас есть желания? Ну, вы ожидаете, что у вас, скорее всего, появится, ну, вы хотите, чтобы у вас появился новый вариант дохода, новые возможности, может быть, новая работа, либо какой-то новый проект, либо вы хотите какое-то чуть изменить направление в своем бизнесе. То есть для того, чтобы улучшить свое благополучие, вы хотите получить какую-то новую информацию, какое-то новое направление. Что же на самом деле вас ожидает до конца августа? Это у нас карта будет то, что ожидает до конца августа в реальности. Это то, что в любовной сфере, в отношениях вас ожидает до конца августа. А это в плане денег. Поездка какая-то, возможно. Да что ж такое? Что-то новенькое. Новые энергии, новые возможности. Вот как вам повезло. Итак, смотрим. Какое же будет общее направление второй половины августа именно для вас? Вы рискуете возгордиться своими достижениями, своими взглядами. И, ну, так скажем, одеть корону и не пролезть в открытую дверь к успеху. Так что не возгордитесь, так скажем. Держите свое эго, свое самомнение при себе.
тогда у вас все сложится так, как вы хотели. В сердечных делах вас ждет успех. Либо это будут новые отношения, причем они будут шикарные, цветущие, яркие, развивающиеся и дальше. То есть это не то, что вы вот только встретились, познакомились, одну-две встречи, вы расстались. Нет, это будет с продолжением. Конечно, какое будет продолжение, будет во многом зависеть от вас, но эти отношения с шансом на продолжение. Если же вы уже замужем или женаты, опять же, это обновление отношений, причем обновление такое, которое будет давать это же приятное направление и на будущее, то есть на несколько лет вперед, да, будут шикарные отношения у вас с супругом или с супругой, в зависимости от того, кто смотрит этот расклад. Не упустите свой шанс. В плане денег и бизнеса. Будьте аккуратны. Есть человек в отношении денег и ваших проектов, или работы, или бизнеса, который вас может попытаться обмануть. Поэтому очень хорошо контролируйте финансы, движение своего бизнеса, своего проекта, своей работы, чтобы никто не пытался вмешиваться, никто не пытался вас отодвинуть в сторону. Потому что очень велик обман. То есть вот эта карта называется фальшивая персона. То есть в вашем окружении есть человек, который вас может обмануть. Вот такой вот расклад на вторую половину августа для тех, кто выбрал камешек янтарь. Главное, вы не расстраиваетесь, даже если что-то выпало в раскладе не очень приятно. Во-первых, это общие расклады, это не говорит о том, что это именно у вас может произойти. Но если вам аукнулось, то есть произошел как бы щелчок на какой-то информации, тогда очень ответственно к этому отнеситесь. Но расклады имейте в виду, что это общее, это не для конкретного человека. Хотя могут проигрываться как будто вот для кого-то так точечно. Но опять же, предупреждён, значит вооружён. Поэтому, если вы будете полученную информацию держать в голове, знать, что это возможно, то вы легко избежите неприятных ситуаций. А потом будете говорить, что ваш расклад не сбылся. Но у вас есть шанс сделать, чтобы он сбылся в положительном направлении. И не сбылся, если что-то вы увидели в раскладе негативное. Итак, расклад для тех, кто выбрал зеленый камешек. До конца августа, на вторую половину месяца. Что вы ожидаете от этой второй половинки месяца для себя? У вас очень много желаний. Очень много искушений, очень много хотелось бы получить. Вы, в общем-то, не знаете, что выбрать. Самое главное, хотелось бы очень много денег, чтобы кто-то подарил, случайно пришли. С выбором будьте аккуратны. Думайте, прежде чем принимать какое-то решение, послушайте свое сердце, подумайте. Послушайте, о чем говорит ваша голова, и тогда только делайте выбор. А что же ждет вас в реальности? Какое будет общее направление второй половины месяца? Сейчас посмотрим. Так, это общее направление месяца второй половинки. Это сердечных, любовных делах, чем сердце успокоится.
И что вам вторая половина августа принесет в плане денег, бизнеса, проектов? Итак, смотрим. Общее направление месяца. Жестко. Планов у вас много, желаний очень много, но все иллюзии будут разрушены. То есть у вас будет впечатление, что все летит в тартарары. Но на самом деле есть выход. Будут разрушены просто какие-то мысли, которые на самом деле вам не нужны. Ваши иллюзии, о чем вы мечтаете, но это неизбыточно, либо это не ваше направление. То есть это карта разрушения очень многого, но на самом деле это не катастрофа. Это всего лишь разрушение иллюзии. А иллюзии могут быть в отношении всего. В сердечных делах. Если у вас есть молодой человек или девушка, но отношения еще официально не оформлены, то для вас время сделать ей предложение. Или ему. Ну, или если это смотрит девушка, то ей сделают предложение. Если смотрит молодой человек или мужчина, то как раз то время, когда стоит делать предложение. То есть, во всяком случае, ваши отношения придут к какому-то определенному знаменателю, что да, предложение будет, отношения серьезные. А для тех, кто замужем или женат, то эта карта говорит о том, что, опять же, ваши отношения выйдут на новый уровень. Если вы мужчина смотрите, то подарите своей половинке, супруге, колечко. Ей будет это очень приятно. И если посмотреть на карту, то как бы ваши отношения озарятся новыми чувствами, обновятся чувства, обновятся эмоции. И то, что вас будет радовать, вы будете с удовольствием идти на встречи. Попробуйте назначать друг другу свидание. Если я имею в виду для тех, кто замужем или женат. Либо даже если брак не официальный, но вы вместе живете, назначайте друг другу свидание. Это придаст нового огонька вашим отношениям. Что же в отношении денег, бизнеса? Вас ждет сюрприз до конца августа. То есть вам придут неожиданные деньги. Либо с вами рассчитаются за прежние проекты, причем это будет неожиданно. Либо вам сделают предоплату для того, чтобы вы начали какой-то новый проект. Либо вам выплатят типа премии, потому что это не те деньги, которые будут к вам постоянно приходить, а это как разовый таким приход, но то, что вас очень хорошо порадует. Вот такой расклад для моих подписчиков, для тех, кто выбрал один из трех вариантов. До конца августа месяца, вторая половинка. Главное, ни в коем случае не отчаиваться. Вот эта карта говорит, что вот то, что вы думаете, переберите, избавьтесь от иллюзий и выбирайте то, что вам реально нужно. То, что подсказывает сердце, а ум ваш подтверждает. Обновляйте отношения. Вы видели, что, в принципе, это вышло для всех. Чудесные карты. Я очень этому рада, что у всех до конца августа будут великолепные отношения. Либо новые отношения, либо старые отношения выйдут на новый уровень. И, в принципе, с деньгами будет все хорошо. Главное, держите, как говорится, ухо востро. И не давайте себя обмануть. Желаю всем успеха. Всем теплого, приятного окончания месяца, радостных впечатлений, исполнения желаний. Кому расклад понравился, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и до новых встреч!